что один из ваших любимых фильмов «Девушка без адреса» Эльдара Рязанова, 57-й год, фильм выходит на экраны, и песню «О чем я печалюсь» исполнит наши гости из Воронежской области. Дарья Колесникова. Встречаем Дашу. Одной лишь гитаре открою, девчонку без адреса всюду ищу, и днем, и вечернюю порою. Быть может, она далеко, далеко, быть может, она совсем близко. Найти человека в Москве нелегко, когда неизвестна прописка. Ах, адресный стол, вы ученый народ, найдите ее по приметам. Глаза звезды и брови в разлет, и носик курносый при этом. В Москве отвечает ученый народ, бессмысленны ваши запросы. 100 000 девчонок, чьи брови в разлет, и 500 000 курносых. Можно я скажу сразу, да? Конечно. Вы знаете, такое ощущение, что я во сне. Вот, просто я во сне. Я не могу так поступить. Ущипните меня кто-то. Давай я тебя ущипну. Ущипни. Ну, что-то не больно вообще. Да ну, и дай тебя поцелую, шучу. Вот это лучше. Нормально, да? Да. Мне так больше нравится. Просто-напросто, вот эта песня, которую исполнял Николай Рыбников, это просто вот, ну, какой-то космос, понимаете? Вот это солнечное исполнение, вот эта подача, вот это я люблю больше всего на свете. И... Тем более, что вы несете это в массы, да. Вы же преподаете. Да, да, да. Я и с детьми занимаюсь, и сама пою, и все время пропагандирую советскую песню. Вот. Мы видели на экране сейчас эту девушку без адреса, Светлану Карпинскую. А кто за нее в фильме поет, вы знаете? Конечно. Моя любовь Зоя Виноградова, да. Которая обладает просто супер солнечным голосом. И я просто обожаю ее манеру и заряжаюсь от нее. Народная артистка РСФСР Зоя Виноградова. Ей 93 года. Да вы что? Она живет в Санкт-Петербурге. Ничего себе! Да, и накануне нашей программы съемочная группа побывала у нее в гостях. И вот что она рассказывает. Давайте посмотрим и встретимся с Зоей Акимовной. Я точно во сне. Привет, Андрей. Обалдеть! Прошу. Все, уже лежу в Ленинграде. Папа работал здесь на заводе Сталина. Мама растила детей. У нас вот у мамочки было трое. Я, Ваденька и Юренька. Мне было 10 лет, началась эта блокада. Папа умер от голода на заводе. Братик умер, младший. А трехлетний вот остался жив, и я осталась жива. Мы с мамой. Нас через Ладогу, которую уже называли дорогой жизни, эвакуировали на Кубань. Страшно, конечно. Были большие очень полыньи, машины так уходили под лед. Но мы, слава богу, проскочили.
Эта икона со мной, можно сказать, всю жизнь. Хороший очень образ, красивый. И он, конечно, нас охранял, спасал. Благодарю Господи. Вот здесь вот был оклад такой, он серебряный. Когда на Кубани нам совсем есть было уже нечего. И вот эту серебряную оправу мы сменяли на, помнишь, как кукурузу, это нас очень поддержало. Мамочка молола и пекла из этого лепешки. Господь столько спасал, Господи. Мне было 18, когда меня взяли в театр. А потом режиссер наш Илья Хмельницкий мне сказал: ты будешь сниматься у меня. Первая и любимая роль — это в «Мистере Икс» Мабель Гибсон, Мари Латуш. Все само, конечно, пела и танцевала. Как мне сказал Хмельницкий: Орлова танцевала на пушке, а ты будешь танцевать на барабане. Все хорошие актеры очень снимались. Богдана Чеснокова, чудесная совершенно актриса наша, комедийная. Королькевич, Георг Коц, герой у нас, пел. Он прекрасно пел. Всегда быть в маске, судьба. А потом уже у Рязанова я пробовалась на «Девушку без адреса», записала все песни. И я Рязанову очень нравилась. Но вот так сложилось, что в театре мне сказали, что или театр, или кино. Ну, вот пригласили Карпинскую. Очень симпатичная, очень. Но все пела я. Я, девчоночка, жила, забот не знала. Словно ласточка свободною была. На беду свою тебя я повстречала. Как соловушка, да? Но забыть, просто, как не старалась, не смогла. С мужем я познакомилась в театре. У нас с Виталием Ивановичем сложился хороший дуэт. И на сцене, и в жизни. Мы идем по переулочку, а вокруг метет метель. Ты моя Снегурочка, а ты мой мель. И прожили вот 57 лет. А теперь его нет, это очень горько. Если бы не театр, я не знаю, как я пережила бы это. Вот она какая большая, прибольшая, приветлива со всеми, во всех сердцах жива, любимая, родная красавица Москва. Браво! Я знаю, что Зоя Акимовна смотрит нашу программу. Давайте пожелаем ей здоровья. Вообще только здоровья и долгих-долгих лет еще. Процветания. У вас двое дочек, мне сказали. Да. Вы с ними что поете, какие песни, фильмы смотрите? Ну вот мы пели с девочками «Журавлей». Мы стараемся, конечно, петь все советские песни, но интернет... Он сейчас сильно перебивает все эти как бы вкусовые предпочтения детей. Но все равно мы пытаемся и советские фильмы, и сказки, все-все вот это детям показывать обязательно. Конечно. Что сегодня споем из репертуара 50-х? Опять же, песня, которую исполнял Николай Рыбников в фильме «Дом, в котором я живу». Это моя любимая песня. Да. Тишина за Рогожской заставою спят.